Сельдерей. Классификация разнообразия. Сельдерей относится к семейству Apiaceae и виду Apium graveolens. Это двухлетнее растение выращивается ради листьев, корней или стеблей. Выращивают три разновидности сельдерея культурного. Черешковый, стеблевой, сельдерей дульсе. Корневой сельдерей, рапасиум. И листовой секалинум. Дикий сорт сельдерея называется смолочь. Опыление. Соцветие сельдерея представляет собой сложный зонтик, состоящий из мелких цветков, в основном обоеполых. Между тем тычинки, мужские половые органы, созревают раньше пестика, женского полового органа. Так что в одном цветке нет самоопыления. Но цветки не распускаются одновременно, поэтому может произойти самооплодотворение в одном и том же зонтике или между двумя зонтиками одного и того же растения. Также происходит оплодотворение между зонтиками разных растений. Насекомые обеспечивают в полной мере перекрестное опыление. Цветущий сельдерей испускает очень сильный аромат и производит обильный нектар, который привлекает многочисленных насекомых. Все виды сельдерея скрещиваются между собой, а также они могут скрещиваться с диким сельдереем, который встречается в прибрежных районах. В редких случаях они могут скрещиваться с петрушкой. Во избежание межсортовых скрещиваний два разновидности сельдерея надо выращивать на расстоянии около 1 километра друг от друга. Это расстояние может быть уменьшено до 500 метров, если между посевом сортов существует естественный барьер, такой как живая изгородь. Чтобы выращивать два сорта рядом, в одном и том же огороде, можно использовать сортовую изоляцию с помощью москитных сеток, которые открывают поочередно, или же с помощью ульев с насекомыми под фиксированными москитными сетками. Смотрите о методах изоляции в разделе «Основы семеноводства». Цикл развития сельдерея. Все сорта сельдерея – двухлетние растения. Первый год выращивания семенных растений такой же, как и для сельдерея, предназначенного для потребления. Они дадут свои семена на второй год вегетации. Существуют разные способы хранения зимой сельдерея для производства семян.
В умеренном климате вы можете оставить их там, где они и находятся в саду. При этом необходимо будет защитить его с помощью пленки или соломы, которую нужно убрать весной. В холодном климате их необходимо будет собрать до очень сильных морозов. Отрежьте листья на несколько сантиметров от корневой шейки. Чем меньше влаги в корне, тем дольше он хранится. Все виды сельдерея должны быть выбраны в соответствии с характеристиками, присущими для сорта. Для корневого сельдерея – цвет, форма, вкус. Для черенкового сельдерея – размер стеблей и их цвет. Для листового сельдерея – обилие листьев и их вкус. Потом растения сельдерея кладут в песок, защищая от морозов так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Можно также его хранить в пластиковых мешках для хранения. В течение зимы необходимо тщательно осматривать корнеплоды, чтобы устранить те, которые гниют. Ранней весной корнеплоды высаживают, как только минуют риски сильных заморозков. Посадка растений сельдерея для семян близко друг к другу уменьшает количество третичных зонтиков, семена которых низкого качества. Для поддержания хорошего генетического разнообразия требуется около 15 семенных растений. Следует позаботиться о том, чтобы корни не высыхали после пересадки. Сельдерей формирует несколько зонтиков, но не все цветут одновременно. Первый основной зонтик находится в верхней части основного стебля. Другие зонтики, которые развиваются от основного стебля, называют вторичными. Зонтики, расположенные на прилегающих стеблях, называются третичными. Рекомендуется собирать семена из первичных зонтиков и только при необходимости из вторичных. Семена сельдерея становятся зрелыми, когда они становятся коричневыми. Сбор урожая происходит, когда большая часть семян начинает буреть на первичных зонтиках. Семена падают на землю, как только созревают. Поэтому следите, особенно в дождливую или ветреную погоду, за тем, чтобы их собрать до полного созревания. В любом случае рекомендуется продолжить сушку в сухом и проветриваемом месте. Извлечение, сортировка и хранение семян. Извлечение семян
производится растиранием зонтиков руками, защищенными перчатками. Для сортировки используют сито, которое удерживает отходы. В конце очистки семена нужно продуть, то есть подуть сверху, чтобы избавиться от остатка отходов. Нужно всегда помещать в пакетик этикетку с названием сорта, вида и года урожая, потому что иногда надпись на пакетике может стереться. Хранение семян в морозильной камере в течение нескольких дней уничтожит личинок некоторых паразитов. Семена сельдерея обладают силой всхожести в течение 8 лет, которая иногда может длиться до 10 и более лет. Эту способность можно продлить за счет хранения при низкой температуре. 1 грамм семян содержит около 2000 зернышек. Прорастание семян сельдерея может быть неравномерным, поэтому кажется, что они могут быть в определенном состоянии покоя.